представляют на русском и на еврейском языках. И в еврейском тексте оригинально это благословение Ааронова, благословение священников из 4 книги Моисеевой, из чисел, в конце 6 главы, 3 стиха, которые являются словами благословения. То мудрецы говорили, эти три стиха изменили мир. Они говорили, что эти три стиха, им суждено было изменить мир. И знаете, я в это верю. Потому что, когда Бог обращает свое лицо на нас, на сущих на земле, сущие на небесах обращают свое лицо, то сущие на земле не могут остаться прежними. Это из книги чисел, 6 глава, 24-26 стихи. А перед тем говорится, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израиля, говоря им. И в конце, 27 стих, после этого благословения написано, так пусть призывают имя мое на сынов Израиля, и я благословлю их. Сыны Израиля, в то время, дамы и господа, братья и сестры, это не были только лишь евреи, чтобы никто не смущался, может, если даже ты не еврей по крови, неважно, какого цвета твоя кровь, она у нас одного цвета у всех. Бог сказал, интересно очень, через помазанника своего, через апостола Павла, еврейского апостола, который проповедовал в тот момент не евреям, в Афинском Ареопаге, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. И, братья и сестры, кровь Иисуса Христа, она сделала чудо. Есть нам в свое время, в советское время, мозги пробывали советским интернационализмом, знаете, коммунистическим. Советским. Но я знаю, что это лишь дьявольская пародия на настоящий Божий интернационал, который во Христе Иисусе Господе нашем. Потому что 2000 лет назад было уже сказано, что во Христе Иисусе, в Нем именно, в Нем, не просто Сыном Христа, а во Христе Иисусе, нет уже ни иудея, ни эллина, ни мужского, ни женского пола, ни раба, ни свободного. То есть неважно, какой твой социальный статус, пол, образование, все, национальность, важно, кто тебе, если во Христе новое творение, это великое чудо. Всех чудес. Пою это благословение на всех вас. Давайте встанем, друзья. Я брехеха дуно. Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, и да придет царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого. Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Благослови народ свой миром, посети виноградник, насажденный Твоей рукою, и благослови. Как великий виноградарь, да принесем плод во славу Твою. Боже всемогущий,
Благослови своим шаломом, своим миром. И благодарю Тебя, что кровью Сына Твоего, Агнца Твоего, нашего Спасителя и Господа, мы искуплены от суетной жизни, преданным от Отцов, драгоценной кровью Христа. Боже всемогущий, и кровь Сына Твоего на косяках наших сердец, нашего разума, наших семей, церквей, общин. Бог всемогущий, благослови народ свой миром. Боже, и пусть благодать Господа нашего, Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь.